Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Форум, Гусенек, Крошка-Крошка, Дарк Драгон, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Легенда тут. Ребятушки, наконец-то вышли новые скибиди туалеты. У нас сегодня будет обзор крутого мода на NextBot. Если хотите кушать, приятного аппетита, а мы начинаем обзор. Первый у нас Батхуб скибиди туалет. О, чё он маленький, я что-то ожидал, что он будет большой, а где он? Вот он. Ребята, у нас сегодня будет необычный ролик, потому что они будут сегодня воевать и показывать свое умение жестко всех мочить монстрами Хендерсон. Давайте посмотрим, как они будут с ними воевать. Даже интересно. Раз он маленький, будем ставить ему не сильно большого монстра. О, побежал уже к нему. Он просто такой быстрый. Тогда это нифига себе. Так, тоже кого выиграет? Напишите в комментариях. Воду скинул, отлично. Неожиданно для меня выиграли монстры Хендерсона. Бусау Камикадзе. Нифига себе, я помню, он был обычным таким, а это теперь он летающий с бензопилами, еще и пушки у него есть. Но раз он большой, давайте будем ставить ему большого Тревора Хендерсона. Ой. О, давайте ему сиреноголового лупанем. Ой. Нифига себе, они жестко воюют, смотрите, он орет на него. А, сиреноголовый очень мощный. Ладно, давайте еще одного поставим, давайте вот этого вот. Что? Он его съел? Ладно, давайте еще раз, реально интересно посмотреть, выиграет? Все. А, значит, тот просто сиреноголовый в начале у него жизни потратил очень много. Горку поставил, насколько я знаю, горка... Очень мощная должна быть, потому что тогда нифига не мощная. Блин, а кого же такого можно поставить, с кем он будет нормально воевать? А ну давайте от этого сиреноголового. Блин, но они очень мощные. Хорошо. О, подождите, есть у меня идея, кого можно ему поставить. Ребят, вы что, думаете просто так? Я хочу прям жесткую биту, смотрите. О, это был маленький, вот, большой есть. Да что такое, они убивают всех! Бусау скибиди туалет. Нифига себе, тут что, у него дом сзади? Это реально. А, это компьютер, у него, думал, такой какой-то небоскреб прикрепленный. Это прям целый сервер компьютерный сзади у него. Хорошо, давайте так тоже ему поставим какого-то дебелого. Все. Да что они так быстро их убивают? У них же жизни должно быть много. Потому что да что ты? Слишком сильные. О, аниматроника давайте поставим. Аниматроника? У аниматроника много жизни. Все. Да что? Ребята, это какие-то читерские скибиди туалеты. Фламетовер скибиди. Ого, он здоровый. Офигенная детализация. Смотрите, как у них прикольно анимация рта есть. И зубы офигенно шевелятся. Ого, он пердит, когда едет. Сразу видно, двигатель дизельный какой-то у него. Так, давай мы тебе какого-то тоже мощного поставим. О! Давай, пачка молока стукшего, погнал. А может, пачка молока. Он его что, сжег просто? Да. Да ё-моё, что они такие мощные? А ну, давай. Да ёкалэмэнэкалэ, ребят, ну это какие-то читерские нам попались. О, давайте тогда сделаем поинтереснее битву. Ну давай, покажи, на что ты. Он налегке убьет. Он сразу всех убил, что... О, смотри, смотри, смотри. Закусились. Ну, давай, ори на него. А, это у меня способность такая. Офигеть. Сильная. Насколько знал, у нас есть какой-то реально... Вот, вот это, кстати, очень мощный сиреноголовый. Он же того убил, может, этого убьет. Да. Ладно, давай, раз у него уже жизни потрачены, давайте с нуля поставим, чтобы жизни были. Ну-ка. О, вы поняли? Давайте будем туда ставить это сиреноголового и проверять, кого, какой из скибиди туалет сможет его убить. Ах, блин, это круто, да, ребята, что вот есть какой-то реально мощный монстр, который может их замочить. Хорошо. Флай скибиди туалет. А что? Чтили пиздик по сравнению с теми. Манюсенький. Мне кажется, этот сиреноголового просто мгновенно замочит. Давайте проверим. Чик-чик-чик-чик-чик. Смотри, смотри, какая битва у него. Улетай, правильно. Лайский видит туалет, биг. Ого. Нифига себе, он гигантский. Давайте полетим, посмотрим на него. На нее даже, можно так сказать. Что у него с ртом? Просто жесть. Глаза такие торчащие. Хорошо, надеюсь, она спустится для того, чтобы повоевать с сиреноголовым. Погнали. Это не тот? Ого. Вот. А, она летает вообще. А, она стреляет. Она будет на дальнем расстоянии воевать с ним. Ну что? А как он их убивает? Криком своим, что ли? Да. Да, он меня же такой волна. Офигеть. Блин, мощный. Очень мощный. Хорошо, глич скибиди туалет. О, глич сам противный. А что с ним? Это глич. Он настолько быстрый. Он проваливается, что ли? Ну ладно, побудь там. Сейчас мы тебя поставим мощного. Погнали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе, он летает.
Он его съел? О, он его убил! Ребята, вот как-то у них есть все-таки баланс какой-то. Давайте еще раз поставим, посмотрим, убьет или нет. Ой, это не тот, извиняюсь. Ну-ка, давайте, дуэль номер два. Убивает. Он слишком быстрый. Он слишком, да, он не понимает, что делать. А, ну давайте вот так посмотрим, как они будут воевать. Один против пятерых, давай посмотрим. Ну давай. Вот, смотрите, летает, мочит. Ой-ой-ой. А, его убили. Убили. Все-таки против такого количества сиреноголовых они не тянут программу. Голотайнский беди туалет. Нифига себе, он быстрый. Вы заметили? А че он прыгает, как дурачок? Танцуешь? Какой-то. Хорошо, давайте для начала поставим какого-то вот такого монстра Хендерсона. Ох, смотри, как прикольно дерется. Вы видели этот взрыв? Аж воздух искажается. Да. А давайте с этим. Охренеть. Может, все-таки он выиграет? Нет, он его отталкивает. Смотри, жизни много у этого Тревора Хендерсона. Еще одного сложил. Они прикольно, да, дерутся по-своему? Да. Да ё-моё, он псих какой-то. Давай себе на голову. А давай ну, молочко. Протухшее, погнал. Ух ты. Он просто всех крышит, вы понимаете? Ну, хорошо, давай теперь тебе босса. Ну ничего страшного. Все равно интересно посмотреть, как воюет. А что они его там покосали, пару раз его тронули? Ну давай, пили ему ноги, пили. О! Хорош. Он его сожрал. Вы видели эту анимацию кривых ног? Да. Давайте еще разок. У него сейчас жизни полная все-таки. Хорошо, давайте мы их поближе поставим, потому что они реально какие-то неадекватные. Ну-ка. Давай, покажи битву, мощнецкую. Походу, монстр Брэндерсон выиграет. Нифига себе он прыгает. Ну, я говорю же, ого, сиреноголова оказался сильнее. Коли скибиди туалет. О, это божественный. Ну, давайте посмотрим, какой он бог. Давайте с маленького начнем. Это называется поцелуй смерти. Хорошо. Давайте такого сиреноголового поменьше. О, да ё-моё, он его просто уничтожает. Хорошо, на тебе самого мощного, который у нас есть. Ой-ой-ой, как плохо. Ну-ну-ну-ну-ну. Он его заморозил? Да, кстати. А, нет, я думал, он реально заморозил. Сожрал. Мощный оказался. Хорошо, давайте посмотрим, как он двоих убьет. Ага. Они его уже просто покоцали, из-за этого не получилось ничего. Следующий у нас гибрид скибиди туалет. Мне уже нравится, я думал, арахит. А, гибрид, потому что, да. Прикольно ходит. А ну давай с маленьким. Ого, быстро. Ну давай, наваливай. Ого, он его таращит. И ногой, и головой. Всем, чем может. Равные жизни я вижу у них. Ага. О, съел еще. Он его сожрал. Кстати, анимация всегда по-разному. Это очень круто. Так, другого поставил. Ну, давай. Самое интересное, что у него еще сломанный туалет. Ну да, если сейчас выиграет, то 100% он намного сильнее. Мне кажется, он его опять сейчас хватит и съест. О, реально. Предугадал. Какой-то обжора. Ну, сегодня сказал, что можно их смывать. Давайте проверим. А ну-ка. Ну, не таких же больших. А, вот там. Можно смывать их! Да, я вспомнил этот мод. Блин, прикольно. Можно, короче, сделать битву на джекпаках, с ними воевать. И подлетать и смывать их. А ну и дайте я этого попробую смыть. Давай. И анимация прикольная. Прикольно. Так, давайте, обычный скибиди туалет. Ну давай, покажи, как ты воюешь. Ну давай, наваливай. О. Все-таки обычный же скибиди туалет может их мочить. Подождите, он легко ходит. Давайте тогда ему большого поставим. Ну. Ой. У них какое-то несоотношение вообще размеров. Ну, понятно, что он был бы намного сильнее, даже не то, что у него жизни покоцаны. Просто он мощнее. Так, следующий у нас скибиди туалет Биг. Большой. Ой-ой-ой, какой он гигантский. А ну-ка я его смою. Давай. Мяу. Да, склеился. Так, а ну теперь покажи, как ты умеешь воевать. У них сюда разные лица, да, я так понимаю? Да, да. А, это рандомчик. Понятно. Ну давай, самого большого тебе ставим. То кого? А, он, наверное, прис, когда умирает, взрывается, понятно. Угу. Давайте еще разок посмотрим. А заметьте, он черный как раз цвет, и он еще может взорваться. Ого, ну, опять взорвался. Кстати, радиус взрыва довольно-таки большой. Блин, сиреноголовый сегодня нас удивляет. Я думал, что он не сможет никого убить. Тебе где туалет, Литл?
Ой, какой он маленький, а ну давайте я его тут поставлю. Yeah. Манюсенький скивиди туалетик ты наш. А давайте посмотрим, у них рандом есть? Да. А, да, тоже рандомно. Ой, а, ну давайте тогда маленького монстра Хендерсона ему поставлю. Так, СТП. Он смылся. Ну да, я понял, уже боится, знает, что сейчас его ждет. Меню что у нас тут маленький? О, маленький вот есть чилипизик, смотрите. О, битва манюсеньких. В садик пришли. Да блин. А ну давай тогда хотя бы вот такого тебе дадим. Ой, преувеличил. Нифига себе, я думал, сейчас выиграет его. Нет, видели, в воздухе его просто жахнул красиво. Какую еще взрыву. Так, следующий у нас скибиди туалет, мидл. О, обычный. Блин, прикольно, что разные лица всегда. Вот. Классно. Так, хорошо, давайте мы ему поставим. Что-то необычное. Во, мы еще не ставили в этой серии. О, вот такой у нас есть. О, что это сейчас происходит? Это черная дыра. Я черную дыру, что ли, поставил? Да, у него перевернутое лицо. А, это, кстати, что-то новенькое. Мы, кстати, на него раньше обзор не делали-то. Недавно, что ли, их сделали? А ну давай. Офигеть, он его мочит. Просто за долю секунду. Хорошо, давайте мы тогда поставим ему обычного свиноголового. Погнал. Короче, вообще просто в порошок стирает их ни о чем. Они ничего сделать не могут. Последний у нас Титан Катана. Вот это он классный. Даже хочу его рассмотреть. Нифига себе у него сзади механизм. Но у него еще такая штука есть, как будто он может летать. Ну да. О, кстати, они сейчас будут в принципе одинакового размера. Погнали. Это ничего не решает, сейчас. Ну давай, Катанчик. Ты можешь подойти. Он даже подойти не может. Он пьяный. Ну да, очень маленькая скорость у него. Они еще наши. Давай, 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 давай. Ой. Да что ты? Вообще ни о чем. Ну давай еще разочек. Ребята, сейчас мы вообще сделаем эпическую битву, потому что есть у меня еще очень крутой камерамен Титан. Сейчас мы сделаем битву с сиреноголовыми. Камерамен Титан против 5 сиреноголовых. Мне кажется, это будет классная стычка. Напишите в комментариях, кто выиграет. Как вы думаете, пацаны, кто выиграет? Я думаю, камера. 5 штук. Ну что, погнали. Смотрите, как они уже наготове. Ребята, он сзади вас, вы не туда целитесь. Ну хорошо. Погнали. Что? Что это было? А как это вообще называется? О, лайк. Дай лайк, лайк поставь, еще не запутайте, люди. Так, хорошо, давайте мы еще сделаем эпичную битву. Так, я не знаю, кого поставить, если он всех мочит. Попробуй этого. О! Вот сейчас мы посмотрим. Вот это же будет мощь. 3, 2, 1, погнали. Они просто прыгают на него и умирают. Да. Ого, нормально они его, кстати, дамажат. Обратите внимание. Опа, пошла стычка. У него физган есть? Да. Притягивают, заметьте. Кстати, эта битва прям войдет в книжки. Ты смотри, видишь, он ой-ой-ой, они по очереди, кстати, поодиночке к нему идут. Не, он притягивает его. Ну да, ого, он кидает какие-то бомбы мощные. Легчайшие. Все, он и все. А, вот так, значит, да, ты с теми заговорил. Хорошо. А давай мы тебя поставим куча аниматроников. Легчайшие. Они его убили! Как? Ну вот так вот, ребята, так что 100 аниматроников могут убить одного камерамена. Ребята, последний тест. Мы должны на них, как обычно, скинуть куча бомб. Нам хана все, пацаны. Улетайте, бомбы, пацаны. А мы все равно умрем. Эти бомбы, они всех убивают. Просто уничтожило. Или кто-то остался жив? Ну, я живой. Сейчас посмотрим. Да, ребята, нет, против все, этой все. Бомбы а, никто не выжил. Нет, хотя, все. Помню, мы записывали таких NPC, которых она не убивала. Если понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, и всем пока. Пока. Ой, под водой красиво взорвалась. Концовка идеальная.